Один из моих 15 детей, один из моих 9 сыновей, мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексей Егор Владимирович на кухоньке тесной готовится ко второй «Играй гармонии» в нашей семье. Младшие 10-х моих детей все играют на гармонии, включая самого младшего. Да? Это редкость в Петербурге. Порядочную «Играй гармонию» мы не можем пойти, потому что у нас гармонии за 100 рублей с блошиного рынка, скотчем ремонтированные, клавиши стучат, выпадают, там много голоса отклеиваются. О, видишь, все разваливается. Ну куда с такой гармонией? Ну для дома пойдет, для учебы тоже пойдет. Давай, Егорушка. Еще лучше подготовишься, совсем проведем «Играй гармонь» на должном уровне. Да? И губа пройдет твоя простуда на губе. Да? Давай, Егорушка, старайся.